Всем привет, друзья! Сегодня наконец-то я собралась записать это видео. Вы, наверное, уже заметили, что я на некоторое время пропадала с YouTube. И не зря со мной произошло прекрасное событие, которым хочу с вами поделиться и объяснить, что к чему. И прошу прощения у всех друзей и дружественных каналов, с которыми мы вели переписку, общались, поддерживали друг друга. Я по-прежнему вас люблю, ценю, уважаю и буду следить за вашим творчеством и за вашими успехами, новинками в цветоводстве и так далее. Просто будет это все по мере возможности. Вы сейчас все поймете. Итак, очень много задается вопросов, куда же я пропала, где новые видео, чем занята. Итак, я раскрываю вам секрет, прекрасное событие, которое со мной произошло, это я недавно стала мамой. Да, представляете? Ну как недавно? Недавно, это еще весной. Малышка уже подросла, мы назвали Ариной. Вот, у меня есть свободное время, могу уже возвращаться к своей прежней деятельности, монтировать для вас видео, и было очень много отснятого материала, он лежит, и сейчас буду пускать в ход эти видео, то есть монтировать, и будете видеть все недавние события, которые происходили. К чему я это все говорю? Потому что в кадре будет появляться голос маленькой Аринки, поэтому, чтобы вы были в курсе таких вот недавних событий. И вот такие вот новости были на сегодня. А, да, еще забыла вам сказать, что наша Мика недавно тоже стала мамой. Ее котятам на данный момент 1,5 месяца. Все чудные, все классные, красивые, их четверо. Вот. И гиперактивные, гиперразвитые. Ну, короче, все в маму и папу. Да, вставлю пару фоток, чтобы вы видели. Ну, в общем, вот такие вот дела у нас. Всем спасибо за внимание. Подписывайтесь на канал, кто еще не подписан. И до новых встреч. Пока!